Здравствуйте, друзья! С вами Дмитрий Галаш и канал Берег Фишинг. Вы отвечали на мой вопрос, освещать ли рыболовные мероприятия. Вы написали «да», и, конечно же, мы это делаем. Сегодня мы находимся на базе Дельта Днепра в Херсонских плавнях, где Днепр уже впадает в Днепровский лиман, и дальше начинается только море. И именно здесь и сегодня проходит первый этап Дельта Бас, Большого Кубка Дельта Супер Кап. И главным призом за этот турнир является вот такая вот классная лодка, которой захочет каждый рыболов. Лодка называется Powerboat 470. Конечно же, о этой лодке нам расскажет представитель компании. Возьмем интервью у победителей турнира. На что ловили, где ловили, какие приманки, какие снасти. Потому что обо всем об этом вы писали. И в этом видео обо всем об этом мы вам расскажем. Друзья, и сейчас со мной глава Херсонской федерации рыболовного спорта Олег Коноваленко. Также он является тренером сборной Украины по дисциплине спиннинг-лодка. Для наших зрителей у меня пару вопросов. Что есть такое Дельта Супер Кап и какие правила, какие новшества, потому что все это недавно изменилось, приобрело новый формат интересный, потому что я тоже выступаю и хочу, ну, чтобы из первых уст это была информация для наших зрителей. Правила простые, лови рыбу, да, но понятно, что спорт отличается от любительского тем, что есть определенные правила, ты прав. Все три этапа у нас разные. Первый мы ловим окуня, второй мы ловим щуку, а третий мы ловим все. То, что разрешено. То есть зачет идет вся рыба? Да, которая по дисциплине хищника. То есть это время проведения? Время проведения сейчас март. Это классический дельтабас проводится окунь. В марте, потому что окунь в это время очень хорошо мигрирует у нас из Днепробужского лимана в реку Днепр. И как раз вот он идет в озера. По рекам распределяется мелким, малым, в общем, кто где найдет. И это прекрасная возможность поймать свой трофей, да, своей жизни. Арбузик. Да, да. Поэтому это март. Второй этап у нас начало сентября, это Дельта Пайк. Тоже классическое время, когда щука клюет. В последнее время, правда, тепловато немного. Похоже, прошлый год все вспоминают, говорят, летом же были. Говорят, нет, это не лето было, это было начало сентября. Начало сентября. В прошлом году мы выступали с Олегом, и было плюс 30, да, и щука клевала. И клевала прекрасно все равно. Прекрасно и по глубокой бровке. Это была аномалия, то есть ловили щуку в 6 метрах, да, наверное. И мы проводили, как ты помнишь, в верхней части Днепра, ближе к Каховской ГЭС. Там очень славятся эти места как раз щукой. Угу. Вот, не случайно. И в этом году также повторим. То есть ничего менять не будем, формат остается тот же. Потому что прошлый сезон показал, что соревнования успешные. Соревнования... Мне понравилось. Да, как это можно сделать вывод? Да, по количеству участников на этот год. То есть мы уже выросли. 40 экипажей сейчас будет принимать участие, это гораздо больше, чем в том году. И, естественно, по обеспечению, по всему, по спонсорам, по медиа, все тоже выросло. Тоже, ты же знаешь, что в этом году суперприз лодка по итогу сезона. Да, да. Поэтому мне это, мои... это признание нашего турнира. Да, мне мои подписчики прям написали, что вот больше об этом рассказывать. И именно поэтому мы вещаем и рассказываем. То есть три этапа. Да. Да, весна, начало осени и уже глубокая и уже поздняя осень и да. Правила, да. То есть новый формат. И правила. Правила, в общем, спортивные, только мы сделали изменения по первым двум этапам, да, по дельтабасу, это окунь, и мы ограничиваем 10 хвостами. Угу. 10 хвостами, и мы увеличили размер окуня в сантиметрах. Если обычно в классических соревнованиях может и 25 быть, то здесь четко 30. 30 сантиметров минимальный размер окуня. И, соответственно, спортсмены должны словить 10 самых крупных окуней. Они могут словить 15-16. Ну, дальше укрупняться. Они фоткают, ну, у нас же приложение, там, кто не знает, это скажу еще раз. То есть в телефоне на андроиде есть приложение ФРСУ «Змагання».
Каждый спортсмен зарегистрирован, ему присвоено свой номер, соответственно, как и на лодке. Он, когда споймал рыбу, сфоткал на линейке, которую выдали организаторы, там четко видно длина. Эта фотка уходит автоматом к судьям. Судья фиксирует, оценивает ее, и, соответственно, мы онлайн сразу видим протокол. Из этого всего можно сделать вывод, что данная методика фиксирования рыбы, она является, ну, на сегодняшний день, по моему мнению, самой гуманной. То есть мы рыбу фотографируем, мы рыбу сразу же отпускаем, никто ее не возит в аэраторе, потому что, ну, все равно рыба травмируется, лодка скачет по волнам. Да, конечно, тем более, что сейчас рыба икренная. Икренная. Да, это очень проблематично. Да, я помню, там, лет 5 назад, когда просто полный аэратор был окуневой икры. Да. И это печально. Честно, было не по себе, ведь все-таки спорт пропагандирует там правильное отношение к рыбе, здоровый образ жизни и так далее. Но мы пришли к этому потихоньку, да. Мы пришли, мы развиваемся, мы пришли, и мы, конечно, тоже очень довольны. Класс. Ну что, спасибо тебе, Олег, за инфо по этому турниру, а мы двигаемся дальше. Друзья, передо мной мой тезка и коллега, наверное, рыболов. Рыбачишь, Дим? Наверное. Наверное? Больше наверное, чем наверное? Рыболов. Ну, я не знаю. Один мой друг. Ты больше, наверное? Я больше, наверное. Один мой друг говорит, тот, кто не умеет рыбачить, тот идет охотиться. Вот я больше охочусь. Поэтому рыбачить я не очень. А я в прошлом охотник, а сейчас рыболов. Дима представитель компании Powerboat и... Сейчас у меня для него пару вопросов. Дим, расскажи, как все началось, когда и почему? Как вот появилась идея создать лодки и где вы их делаете? Производим мы их в городе Обухове, это Киевская область. Угу. Идея, очень сложно ответить на этот вопрос, даже не знаю. Ну, то есть вот вы... просто вот так вот захотелось построить лодку, да. И образовалась компания Powerboat. В каком году? Официально мы открыли компанию Powerboat в начале 2016 года, а первую лодку мы построили в 2014 году. То есть вы достаточно, скажем так, юный производитель украинских лодок. Очень юный. Технические вопросы, я тебя чуть-чуть помучаю. 470-й катер, я заметил, что он уже относительно там других производителей, обратил внимание на килеваттость, так как я чуть-чуть в этом разбираюсь в силу своей профессии, можно сказать. Толщина металла на днище? Тройка. 3 миллиметра. Борта? Тоже тройка. Под каким мотором можно ходить и какая скорость развивается? Рекомендованный мотор 60-70 сил, максимально разрешенный 115 при весе в 180 килограмм. 115-й мотор можно ставить? Да, это согласно судорегистра. Угу, угу. На вот этот кузов? Да, именно на эту лодку. Очень интересно. По скоростным показателям под 60-м мотором мы получаем порядка 55-60 километров, под 115-м от 70 до 79. Все зависит от двигателя и винта, который подбирается под комплект. Ну, винт надо подбирать. Ну, вот так вот, друзья, очень интересно, молодой бренд. Я сам недавно услышал про лодки Powerboat, полазил по ней, посмотрел. Даже в каких-то местах у меня загорелись глаза. Все сделано по уму, по-современному. И последний вопрос. Сколько стоит такой катер, кузов?
Базовая комплектация стартует от 6000 условных единиц. То есть 6000 долларов стоит такая лодка. Ну, это очень, я бы сказал, конкурентно по отношению к другим мировым и украинским производителям. Тем более, что, опять же, вернемся. Лодка, я так понимаю, алюминиевая, естественно, да? Да, алюминиевая. Алюминиевая. Конкретно эта комплектация, которую мы видим, ценник у нее 8000 евро. То, что вы видите сейчас, на сегодняшний день. Ну, то есть можно как варьировать уже, там, подбирать все рундуки, стекла, консоли и так далее. Мы стараемся подстроиться под своего клиента. Ну, есть то, что человек хочет, и есть то, что я могу. Вот сначала я хочу услышать то, что он хочет. Потом скажу, что я могу из этого сделать. Ну, это классно. Это классно, потому что каждый хочет тюнинговать эти вещи под себя. Кто-то сам это делает. А вот есть замечательные ребята, которые могут сделать такую прекрасную лодку. Опять же, напомню, что именно эта лодка – главный приз за турнир Delta Super Cup. Но это не одна из причин, по которой я участвую в этом турнире. Но тоже алчность играет свою роль. Дима, спасибо. Очень интересно. Вы большие молодцы. Вам успехов. Спасибо. Ну что, друзья, вот и прошло награждение турнира Delta Bass Cup. Мы в итоге заняли 19 место. В первый день мы были пяты, во второй даже не знаю. Мы конкретно слились. Во второй день была одна рыба. Приз нам выдали, кстати, даже за 19 место. Вот такие вот кепочки выдавали с логотипом Delta Super Cup. От производителя Кентавр, это украинский производитель аксессуаров для спиннинговой ловли, тубусы, чехлы и головные уборы. А вы напишите обязательно в комментариях, интересно ли будет сделать разбор полетов, почему мы так сильно скатились и в чем была причина. Я уже это проанализировал и понял. Напишите обязательно. Итак, друзья, главные окунятники 2020 года, первое место, победители Delta Bass Cup 2020, Руслан Ивашко и Дмитрий Шилин. Ребята, я вас искренне поздравляю. Спасибо. Вы меня обыграли, я не очень доволен. Вопросы от подписчиков и от меня лично, как обгоняли, как поворачивали. Где ловили? Ловили на озерах. На озерах, на мелководных озерах, с глубиной там спуновой, метр полтора. Там самая теплая вода. Собственно говоря, у нас на глазах произошел нерест. Только на тренировках мы ловили одних пузатых окуней. Сейчас процентов 70 уже были пустые. Пустые, да. То есть у вас был окунь там под 40 сантиметров, он уже практически, да. Приманки большие, маленькие. До 2 дюймов, до 3,5 дюймов. Больше мы не применяем. Либо пассивная, как бы, побольше. Поэтому без струны, поэтому наверное, ни один окунь не пострадал. Никто не пострадал. Все были с красивыми губами отпущены дальше. Даже были очень шикарные судаки, которые стояли на гнилом. Мы тоже поймали 3 судака за 2 дня, причем один был трех, а такой. Да, у нас тоже были шикарные судаки. Судаки красивые. Но судаки не идут. Даже была щука одна. Модель приманки какая лучше всего? Вот, какая вот номер один? Ну, кроме третьего предатора. Нет, ну предатор номер три это номер один. Нет, так краки. Ловили, в принципе, на те же приманки, что и все окружающие, но здесь я скажу так, что ловим на все, что и все.
Приманки все стандартные, у всех они есть. Ну, но одни ловят, вторые не ловят, потому что, ребята, это годами нарабатывался опыт. В первую очередь подача приманки, а во вторую это все-таки ну, монтаж, сама приманка. Ну, должен быть монтаж, естественно. Ну, понятно, что это не струна с джиголовкой. Ну, просто купить упаковку приманок и сделать на этом... ну, скажем, призы, это нереально. Здесь совокупность всех факторов. Цвет, подача. Какой цвет работал? Работал очень хорошо. Есть такой Китайчи грейп. Да, мы его, называем виноградик. Да, виноградик, да. Синяя блюдка. Да, мы его как бы полюбили. Он у нас отлично отработал на тренировках. И а размер? От 2,5 дюймов до 3. 2,5, 3. 3, да. Так. Ну, лимончики работали, и работала и кислота. И работало масло. Масло работало и работал. Что, коричневые креветки были? Да, тоже. Да, да. Ну, как бы все цвета работали, просто, ну. Как вы относитесь к приготовленной рыбе в борту лодки на рыбалке, когда желают удачи? Ну, это какие-то забубоны, конечно, но мы никому никогда такого не желаем, как бы. Я и... верю в это. Насчет рыбы, кстати, я спокоен насчет приготовления. Но если мне желают удачи, я ругаюсь сразу. Это кровная обида. Я вообще не базарю, всех удаляю сразу. Просто, если хочется... Рыба в лодке, это, ну, вообще, ну, исключено. Ладно, парни. В смысле, Дима, у меня куча консерв было. Мы же их не ели. Не ели. У нас тоже тунец был с собой все. Да, но это морская рыба, это не наша тема. Да, поэтому не работает. Ладно, парни, еще раз поздравляю. Вы, Димочка, молодцы. Спасибо вам за опыт и мудрость. Ну что ж, друзья, это был влог о турнире Delta Super Cup и его первом этапе Delta Bass. Не знаю, что добавить. Приманки, снасти, вы все слышали, правила слышали. На этом я буду заканчивать. Если вам понравилось, ставьте пальцы вверх. Если у вас есть на вопросы, обязательно напишите в комментарии, я на все на них отвечу. С вами был Дмитрий Галаш, Берег Фишинг. Пока.